Это подстава, ребята. Подруга любимая моя. И надеюсь, что не будет порнографии. Всем привет, это канал «Громкие рыбы». А теперь угадайте, как нас зовут? А, попались. Ну ничего, мы никогда не представлялись. Я Кирилл. Я Амир, молодой. Нас просто уже достали комментарии в стиле, что это за рыжий чувак, что это за кудрявый чувак, что это за картавый чувак, что это за молодой чувак, который стильно одевается, высокий, стройный. Вот этот комментарий особенно бесит. Сегодня финальная серия прожарки, конец первого сезона. Да, у нас есть сезоны. Подведем итоги. За эти 6 выпусков произошло многое. Во-первых, к нам пришел в гости настоящая звезда татарской эстрады. Со своим видеообращением по поводу нашей прожарки выступил один из режиссеров татарских клипов. Мы достигаем, чего хотели. Нам не нужны красивые кадры, правильные режиссуры. Нам нужен хайп, чтобы артисты заметили. Как оказалось, почти половина клипов было снято им. Статью про нашу прожарку выложили на одном новостном татарском портале. Она небольшая, но под ней есть один комментарий, и он в 6 раз больше, чем сама статья. Также мы успели поговорить о прожарке на радио, получили кучу положительных комментариев от своих друзей и решили продолжить. Второй сезон будет в январе. Отправляйте нам свои клипы, которые мы могли бы прожарить. Будет новая рубрика «Клип от подписчика». Возможно, мы примем челлендж. Челлендж? Челлендж? Возможно, мы примем челлендж и сделаем татарский клип. Сегодня клипы, которые мы будем вам показывать, используют такой ход, который был использован в фильмах «Пила», «125 часов», «Заживо погребенный». Эти клипы будут сняты в одном помещении. И первый клип Габдельфет Сафин «Гафу итем». Мы видим, что Габдельфет Сафин решил пойти по принципу классика. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. И действительно, 2/3 клипа Габдельфет сидит на полу и не делает ничего. Но, к слову, как вы помните, это не его идея. Вадим, здорово. Но, возможно, это произошло из-за того, что режиссер клипа тупо не приехал на съемки. И тогда оператор героически взял все в свои руки и тупо снимал из угла комнаты, как Габдельфет Сафин сидит на полу. Но иногда делаются некоторые акценты на особенно важных деталях, которые, конечно же, двигают сюжет вперед. И вот 2:22 Габдельфет встал. Ну что ж, как обычно, смысл клипа нам приходится искать самим. Мы видим, что Габдельфет Сафин смотрит на какие-то видеозаписи на экране. И, возможно, у него на ноге браслет, и он на домашнем аресте. Именно поэтому он не может выйти из комнаты. И теперь связь с родными он держит через видеосообщение. И если присмотреться, то видео, по которому показывают по телевизору, оно снято в той же самой квартире. А что если люди, которые на видео, они сейчас тоже находятся в этой квартире, просто он не может до них достучаться, потому что он в другом измерении? Черт побери, Нолан гений. А что, если он в детстве случайно разбил все, что было в квартире, именно поэтому она пустая? Его наказали не на один день не выходить на улицу, а на 40 лет. И он до сих пор ждет, когда он отбудет свое наказание и сможет погулять на улице. Но тут уже видно, под конец исполнитель немножко устал, уже и фантазия чуть иссякла. Просто постою, оперевшись на стул, так чуть потопаю ножкой. Хозяин квартиры пришел, мы чуть на час задержались, как-то неловко перед ним как-то сниматься. Он там ходит, пока проверяет, не заляпали ли диван, уже на время показывает, типа, ну давайте уже скоро выходите. Но все-таки в конце Габдельфет садится на стул, чего он не позволял себе весь этот клип. И с точки зрения драматургии здесь все правильно. Герой изменился от начала к концу. Он прошел какой-то путь. Время прожарки с гостем! И появится он с помощью магического заклинания Талпана-талпана. Встречайте, Ильназ Гарипов! Воу! Ура! У нас есть несколько вопросов. Угадайте, какой первый? Ты кто? Чего точно никогда не будет в татарских клипах? Я все-таки думаю и надеюсь, что не будет порнографии. Ну, шляпу у татарской эстрады, как говорится, не сорвет, наверное, на эту тему. Да. Ну,
наконец-то, я буду смотреть татарский клип. Эту исполнительницу мы уже один раз разбирали, у нее вот есть особый свой стиль, очень остросюжетные клипы, малобюджетные боевики. Римма Никитина. О, это подруга любимая моя. Это подстава, ребят. Если по Первому каналу мог такой сериал идти. Это же глава спецподразделения, получается. Но судя по количеству ожерелий на нем, это возможно... Наркобарон. Наркобарон. Тут, на самом деле, очень важная деталь. Два телефона абсолютно одинаковых. Босс. Да, и на оба телефона звонит босс. Он может одновременно на два телефона позвонить? Он настолько крут, этот чувак, просто. У него двухсимочный айфон. Ну, во-первых, мы видим, что это день, а молодой человек пьет. Видимо, не зря у него квартира пустая, видимо, выносился. Это съемная хата, ребят. Ну, тут мы видим, что вот ее вызванивает ее босс, она приходит в это ЦРУ или ФСБ, или МИ-6, и ей дают задание. Или чей-то диплом, я не знаю. Это курсовая работа. Кстати, на заднем фоне мы там видим вот грамоты, дипломы. То есть это не просто ЦРУ, а как бы достаточно именитое. Третье место за операцию, значит, в Ливии. Да, секретная операция. Ой, ёж. По-моему... Это же районный центр. Это же Татарстан. По-моему, какой-то район вышел по сбору урожая на первое место. Им ей дали задание, чтобы все-таки определенный район только должен занять первое место. Ну да, то есть это антимонопольная служба, возможно, да. На самом деле, я даже знаю, кто снимал этот клип. Да мы тоже. Да. Нам нужен кайф. Значит, агент получил деньги и задание убить, устранить Римму, получается. Классный улыбка, так, да? А почему они вышли с ружьями, сейчас дерутся? Ну, я где-то видел эти кадры. По РЕН-ТВ показывали мастеров бесконтактного боя. Бесконтактный бой или техника дистанционного манипулирования движением оппонента на расстоянии. А почему вода? Это океан, на самом деле. Все потому понятно. Что дело происходит в США, и это будет ясно в дальнейших кадрах. Хотя танцуют так, как будто бы это дагестанская свадьба. Вот. Такие радостные танцуют, что-то улыбаются, и калашников в руки. Так, мне вот мужик, кстати, нравится, мужик серьезный. Они же прям кушают друг друга глазами почти что. Значит, оказывается, тот принес в чемодане жучок, который помогает навести на него ракету. И он это осознал, видимо. А, я думал, это сама бомба. А, да? В кожаном чемодане. А я даже не успел ничего понять. Ваши ставки — это чемодан-бомба, либо это чемодан, притягивающий бомбу? Можно звонок другу сделать? Римме. А может, мы позвоним? А можем, да, позвонить? Ну что же, мы звоним Римме Никитиной, друзья. Узнаем напрямую у нее, что же там было. Римма, привет. Привет. А, слушай, мы здесь передачу снимаем. А, ну? И смотрим твой клип. У нас вопрос. У вас 30 секунд. Римма, вот кожаный коричневый портфель, который поставили на стол шефу. Там была бомба внутри или там был маячок? Там была бомба. Там была бомба. Молодец. Вместе мы силами, вместе огонь, мои хорошие, мы зажжем. Вау! Вау! Конечно, мы зажжем. Ведь там это же прожарка. Бомба. Там была бомба. Она говорит... Самое сладкое мы не досмотрели до конца.
Они реально как будто бы летят на самолете. Хоть там в 3 метрах стояло здание, но они каким-то образом взлетели. Это уже благодаря световикам и операторам. Ну, немножко бесплатных кадров из фотобанков. А что, так можно было сделать? Ну что ж, Ильнас, мы посмотрели клип, поговорили немножко про татарскую эстраду, и хотелось бы услышать мнение от тебя. Что бы ты хотел пожелать артистам? На самом деле, пожелание только одно. Снимайте, что хотите, как видите. Абсолютно не надо слушать других. Главное, не пошло, не навредить. В лучшем случае, ваш клип пойдет именно в этот ноутбук и к этим великолепным ребятам. Спасибо, ребят, что позвали, было очень круто. Надеюсь, что мой клип тоже здесь будет. Я обязательно буду смотреть и вас ненавидеть потихонечку. Снимайте хуже, и когда-нибудь вы попадете сюда. Итак, переходим к следующему клипу Лисан Махмутовой. И он называется «Ачуланма». И это переводится «Не обижайся». Клип тоже снят в одной студии, так сказать, в одной локации. Итак, мы видим, что какой-то мужчина спит на кровати. Кто же этот жгучий красавчик? Кто же этот обольститель сердец женских? Давайте посмотрим. Как вы поняли, это полная противоположность клипа «Твои глаза, Лободы». Там какой-то такой невнятный паренек, который, ну, видно по нему, что он из качалки не выходит, только сам себе на уме, живет за счет богатой женщины, с которой он мутит. Тут же все совсем по-другому. Тут настоящий работяга, который тянет всю семью. Оно и видно, он устает и спит. Реальный мужик с реальными проблемами, и это видно в его глазах. Все мы знаем Гарольда, скрывающего боль. У нас в прожарке был Гарольд, не скрывающий боль. Дорогие друзья, мы с радостью готовы вам представить третью модель Гарольда. Гарольд, не показывающий заинтересованность в результате. И при этом это очень реалистичный клип, то есть тут нет каких-то качков намасленных, да? Oh, yeah. И вот, наконец-таки, главный герой выдает улыбку. Ну и как в первом клипе, к драматургии вообще никаких претензий нет. У нас в начале клипа, который называется «Не обижайся», мужчина обижается, а в конце он не обижается. Ха-ха. Сценарий готов. Ну что же, финал сезона, и просто так мы завершить его не могли. Мы решили показать лучших среди худших. Что ж, пускай горит, мы подождем, прожарку смотрим ночью мы и днем. И мы перейдем, пожалуй, к самым главным номинациям. Это, конечно же, главные мужские роли. Итак, вы видите номинантов, представленных на победу. И кто же победил? Кто? Побеждает, конечно же, Гарольд, не скрывающий боль. Мы очень рады. Поздравляем. И снова стол, и вместе мы, и еда, и ко столу все мы. Конечно же, следующая номинация, как вы догадались, это самый богато обставленный стол. Итак, спектр участников достаточно широкий, но все-таки победитель у нас один. И это стол из клипа про мужчину, который встречался с симпатичной блондинкой, потом захотел встречаться с брюнеткой. Ну, в общем, какая разница, главное, они победили. Сегодня танцы мы вдвоем. Ты и я, и мы, и он. Номинация «Лучший танец от прожарки». Итак, кто же победил? Да, да, это Тахир Асыл Гарей. Давайте все вместе присоединимся и исполним этот танец. Настолько он шикарен. Щеглом ты можешь не бывать, но от костюма должен каждый трепетать. Номинация «Лучший костюм». Ну что же, я готов объявить победителя, и это Рафаэль Абдюшев и костюм комиссара-команданте. Революционер из Африки побеждает. Финальная номинация. Уход из семьи. Лучший уход из семьи. Итак, кто же? Да. Это заслуженно. И как говорил Фредерико Феллини, снимайте плохо, а хорошо мы и сами умеем.